Здравствуйте, друзья! У нас сегодня четверг, а вчера была среда, как тонко подмечено, и были дебаты, четвертые дебаты среди республиканских кандидатов, последние дебаты, осталось там буквально полтора месяца, даже меньше, до первых праймерис, которые пройдут, республиканских, и все, кончились дебаты, вот последние. Там оставалось 4 человека. Для того, чтобы попасть на дебаты, то есть это не значит, что осталось 4 претендента. Претендентов может быть и 124, но только 4 из них квалифицировались на участие в дебатах. А каждый следующий дебат, первый, второй, третий, четвертый, каждый следующий дебат связан с тем, что усложняются критерии попадания туда. Сколько денег собрали, какой процент поддержки там по последним опросам и так далее. Тогда вообще все это усугубляется. Осталось 4 человека. Из 4 человек, значит, там был Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси. Ну, он такой, как бы сказать, из них единственный более-менее критик Трампа. Вот, открытый критик Трампа, соответственно, он и непопулярный из-за этого. Но как-то вот еле-еле там квалифицировался на дебат. Потом там есть, ну, Десантис, Рон Десантис, губернатор Флориды, явный лидер, так сказать, второго уровня. Еще год назад казалось, что он сейчас вообще Трампа даже побьет. Но сейчас как-то он вот уполз совсем, и даже он уступает бывший губернаторше Южной Каролины и, соответственно, при Трампе представителем США в Организации Объединенных Наций, да, значит, Ники Хали, которая фактически лидирует из них, из всех. Ну и там еще вот этот вот смешной такой из Индии Рамасвами, такой как бы джерк, такой клоун с грязным ртом. Не в смысле он испачкался, а в смысле то, что он говорит. Ну, значит, он так в такой клоунской манере пытается, значит, копировать Трампа. То есть, как бы ведет себя как последнее быдло такое расчеловеченное. Ну, урод. Вот, значит. Ну, как-то вот он, видимо, ему кажется, что он там сильно на Трампа похож. Или там это будет апеллировать именно к его такой основной аудитории. Я не знаю почему. Натуральнейшее быдло. И вот, значит, я уж не говорю о том, что он чушь собачью несет. Это отдельный разговор. Но это, собственно, и Трамп так тоже. Он и чушь несет, и к быдлу апеллирует. Такой. Наиболее последовательный такой. И вот вчетвером. Но поскольку Хали у них как бы лидирует, то основной удар был по ней. То есть, конечно, они могли бы бить по Трампу. Но если бить по Трампу, который там опережает их всех на какие-то немыслимые проценты, вот, то тогда получается, что ты окажешься в положении изгоя. Поэтому Трампа критиковать нельзя. А надо так, ну, либо молчать. Вот там есть некто, мы его не называем, такой, знаете, Волдемарт такой. Вот, а, ну, так вот. И они друг с другом. В основном друг с другом, но главный удар пришелся по Ники Хали, поскольку она впереди. И вот надо было ее как-то, значит, там подбить. Во всяком случае, Десантис и Рамасвами, они в этом плане усердствовали. Крис Кристин, наоборот, как бы ее даже защищал, потому что эти двое, особенно Рамасвами, на нее нападали в такой, ну, я бы сказал, запредельно паскудной и мерзопакостной манере, что, в принципе, можно было бы и по морде дать тоже. Но не принято. Они словами, а так где-нибудь, знаете, там, за кулисами. Вот, ну, посмотрим. Да, не знаю, так вроде у нее синяков нет на физиономии. Уродность, ну просто, я не знаю, вот до тошноты. И вот они, значит, на нее нападали, но никто из них не бил в сторону Трампа особо. Ну так, какой-то минимальный такой критицизм, ну вот там Десантис говорит, ну вот он же там обещал забор построить и деньги с Мексики взять, и не взял, там, и не построил, ну такого плана, так. Вот, а значит, и Хали тоже что-то про него там, какой-то по мелочи, его нельзя критиковать. И
Я думаю, что все эти дебаты, ну, при том, что они не имеют никакого значения особого. И, собственно, Трамп каждый раз, когда у них там дебаты, проводит какое-то свое мероприятие, чтобы показать, ну, как бы совсем уже их унасекомить, там, в смысле важности или там какой-то состоятельности этого мероприятия. Но показывает общую картину происходящего. И вот в этом смысле, я думаю, мы можем посмотреть на то, что вообще происходит. Значит, доминирование Трампа настолько серьезное, что вот все эти люди, сколько их там осталось, вот эти четверо и те, кто не квалифицировался, все вместе взятые, у них нет столько, сколько у Трампа поддержки вместе взятых. Поэтому внутри республиканской партии, естественно. Поэтому как бы результат, в общем-то, предопределен. И можно сказать, а зачем они вообще, эти люди? Они, может быть, на следующие выборы там как-то себя позиционируют, мол, типа, вот, сейчас мы выйдем, покажемся, а через 4 года уже... Нет. Я думаю, что там другое. Значит, они понимают, что если Трамп дойдет до конца, то у них шансов никаких нет. Ну, может быть, какой-нибудь Рамасвами там, может, он думает, что его там вице-президентом позовут. Сомневаюсь тоже. Вот, там кого-нибудь еще позовут. Но они надеются, что Трамп до выборов не дойдет. Это единственный сценарий, при котором все вот это их там действие имеет хоть какой-то смысл. Мало того, съезд республиканской партии не ограничен этими кандидатами. Они могут на съезде сказать, ну это какие-то пигмеи там несерьезные, а вот, допустим, Трамп не участвует, ну что-то случилось, нет Трампа. Давайте мы кого-нибудь еще назначим. Они могут взять человека, который вообще не участвует сегодня в этой гонке. Это тоже возможно. Это абсолютно как бы тоже разумный и вполне возможный сценарий. Но на что ребята рассчитывают, вот они, значит, да, но они тоже профессиональные все. Они там вот, скажем, Ники Хали, она и губернатором была, и Крис Кристи был губернатором. Рон Десантис, он и сейчас губернатор. То есть это достаточно высокого административного уровня люди. Выше губернатора только президент. Выше губернатора ничего нет в административной иерархии. То есть они все более-менее, в общем-то, так, как в правильной позиции. Вот, но не обязательно кто-то из них, конечно. Это может тоже по-другому сложиться. Но их действия имеют смысл только в том плане, что они рассчитывают на то, что Трамп не дойдет до выборов. У этого тоже есть много всяких возможностей. Начиная от такой, ну, как бы там, неожиданной. Вдруг взял человек и помер. Бывает, человек помрет еще год впереди. Все-таки он не пацан, тоже ему там под 80. А вдруг он, ну, совсем крышей съехал, и мы все видим, что он съезжает, заговаривается и так далее. То есть он ментально, может быть, ну, просто реально выпасть. Это тоже возможно. Верховный суд, когда придет туда вопрос о том, значит, подходит ли он под 14-ю поправку как дисквалифицированный за участие в мятеже, значит, это тоже возможно. Возможно, что один из четырех судов, которые там на него серьезно идут, его признают виновным. Там все четыре нет, но хотя бы один есть шанс, да. Его признают виновным, то он получит срок немалый, ему хватит. Вот, так что тоже вариант. Ну, то есть всяко разно может произойти. И это объясняет, с моей точки зрения, субъективно, это объясняет, почему они вообще всем этим делом занимаются в условиях, когда, казалось бы, у них шансов никаких нет и уже давно бы выпали. Они не выпадают, потому что предполагают, что есть хороший шанс, что Трамп в выборах участвовать не будет. Или он не станет кандидатом республиканской партии, или его надо будет срочно менять, там, зависит от того, насколько, что раньше произойдет, там, посадят, или выберут, или назначат, или еще что-то такое. То есть очень много вариантов, немыслимых совершенно, с точки зрения предсказать, что там произойдет, но, во всяком случае, это расчет идет на это. Вот такая интересная
избирательная кампания у нас идет. Прикольно, прикольно. Такого еще не было, друзья. Видите, век живи, век, значит, наблюдай за гримасами буржуазной демократии, друзья. То ли дело тоталитаризм. Понятно, все ясно, там еще что. Я, правда, сегодня вот разговаривал с одним. Он говорит, вот все боятся, что Путин, что-то с ним случится, возьмет и умрет Путин. Что тогда будет? Действительно страшно, непредсказуемо. Понимаете, у нас в этом смысле проще. То есть про каждого известно, что будет, если он, например, умрет. Ну, все знают имя, фамилию, там национальность, вероисповедание, все известно. Партийную принадлежность. Счастливо, друзья!